Шах-Хубан. Моя дорогая сестра. Тебе удалось собраться силами? Не волнуйся. Лютфи-паша понесет наказание, которое заслужил. Повелитель, я как раз пришла, чтобы поговорить с вами об этом. Мне крайне сложно смириться с тем, что произошло. Да, мне нанесено оскорбление. Однако, я прошу вас смилостивиться над Лютфи-пашой. Что ты говоришь, Шах-Хубан? Ты просишь меня закрыть глаза на то, что он сделал? Пашу мне совсем не жалко, повелитель. Но у нас есть дочь. Наказание, что понесет ее отец, ее потрясет. Всю жизнь она будет меня винить. Поймите меня. Я не хочу жизнь ей сломать. Исмахан этого не вынесет. Повелитель, умоляю. Ради нее. Сохраните ему жизнь. Честно говоря, госпожа, я такого не ожидал. Не думал, что от Лютфи-паши будет так просто избавиться. Не торопись радоваться, Рустем. Согласно известным порядкам, Хюсреф-паша на очереди. Если учесть, что с Хатидже-Султан произошло в недалеком прошлом, Хюсреф-паша вряд ли будет назначен. И я на это надеюсь, Рустем. Повелитель в таком случае должен назначить тебя. Все-таки ты самый близкий ему зять. Госпожа, я и сама хотела вас навестить. То, что случилось, ужасно. Мне очень жаль. Насколько тебе жаль, ясно по твоему взору. Но я бы не советовала тебе радоваться раньше времени. Как видишь, я еще здесь. Честно говоря, я удивляюсь, госпожа. Даже в такое время вы больше расстраиваетесь не из-за потери мужа, а из-за того, что лишились положения. Его сослали, потому что я этого захотела. К тому же, чтобы избавиться от тебя, он мне не нужен, Хюрен. Госпожа, я сыта по горло пустыми угрозами. Кроме того, если повелитель услышит ваши слова, он очень расстроится. Хюрем, Рустем не может стать великим визирем. Это право Хюсреву-паше принадлежит. Госпожа, думаю, нам следует действовать вместе в этом вопросе. Как бы там ни было, вы же не хотите, чтобы Хатидже-Султан снова возвысилась и отодвинула вас в сторону, не так ли? Госпожа. Да. Шахзаде. Мехримах. Я получила письмо из Конья, из Санджака Селима. И как Селим? Селим не болен. А главное, что он даже и не думал болеть. Что это значит? Маме в Конью не надо было спешить. Ведь Селим, оказывается, не вызывал ее. Что ты такое говоришь, Мехримах? Как это возможно? Это я у вас должна спросить. Где моя мама, Шахзаде? Вы не можете сказать? Госпожа. Что такое, Мирджан? Хюрем-Султан
В Конье так и не побывала госпожа. Никто не знает, где она теперь. Возможно, что-то случилось. Откуда это известно? Шехзаде Селим Хазрет Лери прислал весть. Он здоров. А кто-то затеял интригу. Может быть, сама Хюрем это устроила? Нет, не думаю. Похоже, что ее специально выманили из дворца. Но кому понадобилось это? Может, они выкуп хотят? Госпожа, тот, кто на такое пошел, не ради выкупа устроил похищение. Мы должны как можно скорее разобраться во всем. Как повелителю объяснить это? Что мы ему скажем? Под подозрением все окажутся. Я немедленно займусь этим делом, Мехримах. Возможно, это письмо фальшивка. Кому и зачем это нужно? Понятно, что маме устроили ловушку. Этого еще не хватало. Кто мог осмелиться для матери Шахзаде устроить ловушку? Этого я не знаю. Но мама уехала и пропала. Неизвестно, где она и что с ней приключилось. Возможно, ее уже нет в живых. О, Аллах, не допусти. Пожалуйста, иди в свой покой. Повелитель уже скоро вернется. Если мама не окажется во дворце, его гнева никому не избежать. Не ждите пощады. Да. Мустафа, что-то случилось? Вы расстроены? Хюрем Султан пропала. Селим написал, что она не приезжала в Конью. Но почему? Тогда где же она? И я бы хотела это знать, госпожа. Но кто бы ни причинил маме вред, он обязательно за все ответит. Затруднение. Посоветуй, какой выбрать. Оставьте нас. Что такое? Неужели опять неприятности? Хюрем где? Мне сейчас нужно выбрать платье. Я прошу тебя ответить, Хатидже, где она? Она вроде бы в Конью решила отправиться. Неужели эта гадюка вернулась? Я тебя предупреждала. Хюрем пропала. И неизвестно, что с ней в пути произошло. Я подозреваю, ты знаешь это, верно? Это серьезно? Ты обвиняешь меня? Аллах, защити нашу госпожу. Что же с ней случилось? Куда она пропала? Страшно подумать, а вдруг? Нет, я не верю. Мама вернется. Мы обязаны найти ее. Больше нельзя ждать. Сюмбюляга, собери всех, кому доверяешь. Начнем искать. Поиски ничего не дадут, госпожа. Ведь прошло столько дней. Я не успокоюсь, пока не узнаю, что с мамой. Госпожа, мы знаем ее недругов, которые готовы на все пойти. Мы спросить их не можем, но если вы поговорите, они могут себя выдать. Сюмбюляга. Не смотрите на меня, звери, Мафифе Хатун. Госпожа столько раз была на шаг от смерти, что я имею право подозревать. Возможно, так и есть. Но повелитель уже прибудет на днях. Он наверняка сможет в этом разобраться. Сюмбюляга, как ты мог допустить это несчастье? Ведь ты знаешь, что вокруг столько врагов. Госпожа, я не хочу оправдываться перед вами, но я старался сделать все возможное для вашей матушки. Сестра, что-то случилось? Пришли плохие вести? Не волнуйся, Джихангир. Все хорошо. А тогда почему ты такая грустная? Мама, скажите мне правду. Вы как-то связаны с тем, что произошло? Я даже не знала ни о чем. От тебя только что услышала об этом. Матушка,
Вы не могли этого не знать. Кого вы прикрываете? Шах-Султан, Хатидже-Султан? Кого? Поверь, мне нечего тебе сказать. У Хюрем здесь очень много врагов. Хотя бы посмотри на меня. Может, она поплатилась за свою подлость? Давно надо было покончить с этой змеей. Значит, все-таки покончили со змеей? А при том, она столько дней не появляется. Что еще может быть? Повелитель о том же спросит. Что я должен сказать ему? Меня сняли с поста в Манисе. Теперь это происшествие. Отец станет меня винить. Но она тебе даже не сказала об отъезде. Однако, разве мать можно остановить, если у нее болен сын? Да и ты сразу повелителю послал сообщение. Да. Шехзаде, госпожа. Дошлый Джалы, выяснил что-нибудь? К поискам приступили, но мне пока нечего сказать. Надеюсь, на дороге в Конью обнаружить след. Может, найдутся очевидцы. Не теряй ни минуты, Яхья. Повелитель уже на пути в столицу. Хюрем Султан до его приезда необходимо найти. Михримах. Я уже все знаю, поверь, я очень расстроена. Иншаллах. Вы расстроены, госпожа. Однако вы не знаете, почему я в этом сомневаюсь. В чем дело, Михримах? Хорошо известно, что вы враждовали с моей мамой. Да еще Хатидже-Султан, Махидевран-Султан. Вы устроили ей ловушку, пока повелитель отсутствует. Не стоит так говорить, Михримах. Кажется, я должна напомнить, кто перед тобой. Нет, это я должна напомнить, кто перед вами. Я дочь султана Сулеймана, госпожа. Где моя мать? Что вы с ней сделали? Ты сама-то понимаешь, что говоришь? Скажи, в чем ты меня обвиняешь? Я не права? Разве вы с мамой не враждовали? Разве за эти долгие годы вы не старались ее погубить? Да взять Хатидже-Султан. Она не раз пыталась ее лишить жизни. А теперь вы делаете вид, будто вам ничего не известно и вы вообще ни при чем. Михримах. Вы, кстати, я о вас говорю. Шах-Султан молчит. Надеюсь, вы окажетесь более смелой. Где моя мать? Что вы сделали с ней? С какой стати ты разговариваешь со мной в таком тоне? Я не намерена это терпеть, Михримах. Вернись сейчас же во дворец. Вы не вправе за меня решать, когда уходить. Не смейте мне приказывать. Берегитесь, если вы решили так рассчитаться с мамой. Я обрушу этот дворец на ваши головы. Достаточно, Михримах. Мы уже все поняли. Ты нервничаешь и расстроена. Но все же не говори того, о чем потом пожалеешь. Госпожа, это вам придется пожалеть. Повелитель вот-вот приедет. И он не пощадит того, кто причинил вред матери его пятерых детей. Султан Сулейман хан Хазретлери! Повелитель, добро пожаловать в столицу. Приветствую тебя, Мустафа. Пойдем, не будем заставлять женщин ждать. Повелитель, нам нужно поговорить. Это срочно. Что такого срочного может быть? Повелитель, как вам известно, Хюрем Султан отправилась в Конью. С Селимом что-то? Нет, Селим в полном здравии. Однако мы получили от него весть на днях. Госпожа в Конью так и не прибыла. Как это не прибыла? Неизвестно. Мы уже много дней ее безрезультатно ищем. Хюрем Султан получила письмо и отправилась в путь. Она пропала. Джихангира.
Не переживай, повелитель уже вернулся. Иншалла, и мама тоже вернется. Султан Сулейман хан Хазретлери! Афифе Хатун, уведи Джихангира. Всем выйти. Мустафа мне только что сообщил, что Хюрем Султан отправилась в Конью и по дороге бесследно пропала. Повелитель, мы все этим весьма огорчены. Но поиски продолжаются. Будем надеяться, ее найдут. Это неправда, что все огорчены, повелитель. Кое-кто счастлив. Ведь они заманили маму в ловушку. И уверяю вас, те, кто так оскорбил ее, стоят перед вами. Я хочу знать, что здесь происходило, Мехримах. Говори. Они воспользовались вашим отсутствием, повелитель. Написали письмо от имени Селима о его болезни. Мама, как прочла, сразу бросилась в дорогу. Шахзаде пытался ее вернуть, повелитель. Однако Мехримах Султан решила помешать этому. Да, верно. Но я не подозревала, что вы подстроили ей засаду. Продолжай. 2 или 3 недели спустя мы получили письмо от Селима. Я волновалась за маму и отправила ему весть. Он прислал мне ответ. Селим вовсе не был болен, и мама к нему не приезжала. Кто, Мехримах? Кто с мамой так обошелся? Известно, кому очень хотелось ей навредить. Нашим госпожам. Это очень серьезное обвинение, Мехримах. Надеюсь, ты сможешь представить доказательства? Вспомните все, что было в прошлом, госпожа. Надо что-то доказывать? Мехримах, оставь нас. И ты, Мехмед. Это все, что я знаю, Паша. Я тебе, кажется, не раз говорил, опасайся доверять непроверенным сведениям. Госпожа так спешила. На следующее утро собралась и уехала. Госпожа. Они этого не признают, Рустем. Но мама попала в беду. Успокойся. Мы найдем госпожу Иншалла. Мехримах Султан в последние дни очень переживает, повелитель. Ее обвинения продиктованы болью и гневом. Я сам способен понять, правду ли она говорит. Единственное, что сейчас важно, это чтобы Хюрем вернулась. А пока она не нашлась, вы все виновны в моих глазах. Особенно ты, Мустафа. Я доверил тебе заботу о гареме. Так-то ты выполняешь мои поручения. Повелитель. Я не могу признать свою вину. Госпожа уехала неожиданно, я даже не знал. Ты обязан был обеспечить ее безопасность или искать ее? Повелитель, я принял все возможные меры. Сразу объявил поиски. Но все это было бесполезно. Речь идет о жене падишаха, Мустафа. Хюрем моя жена. Мать моих 5 детей. Как она могла пропасть? Вокруг столько охраны, стражники, служанки, которые обязаны постоянно находиться с госпожой. Думаешь, что я в похищение поверю? Ни один мой враг не пойдет на такое. Он просто не смелится.
Только если мои враги не рядом со мной. Хатидже. Махидевран. Мне известны ваши дела в прошлом. Если вы хоть как-то причастны и к тому, что случилось, я вам клянусь, вы заплатите за это жизнями. Хюрем сейчас где-то прячется и ждет вас, чтобы вернуться. А потом, как и Мехримах объявит, что это мы виноваты во всем. О чем ты говоришь? Кажется, все уверены, что мы подстроили ловушку Хюрем. А что, если напротив? А может, это Хюрем устроила нам ловушку и обманула всех? Мне надоело молчать! Из-за Хюрем меня постоянно обвиняют в чем-то. Если бы я могла, то своими руками ее придушила бы. У меня на то достаточно причин. Однако я все терпела от этой змеи. Я не знаю, что с ней произошло, и мне нет дела до того. Прячется ли она, или ее прячут? Умерла ли, жива ли, вернется ли? Не хочу об этом знать. Нужна жертва. Тогда вы меня казните, повелитель, чтоб наконец покончить со всем. Уходи. Все уходите. И ты тоже. Оставьте меня.